Изношенные водопроводные сети – проблема многих регионов России, но она успешно решается в нашей республике. Так, на территории станицы Кордоникска идет реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью 82 километра. Подробности у Али Баташева. Шум работающей техники нарушает тишину тихого летнего утра. По улице Гвардейской идет прокладка траншеи для водопровода. Подрядчик работ – компания «Строймонолит». Старым асбестовым трубам, по которым сейчас осуществляется подача воды, около 60 лет. Их заменят на новые, пластиковые, с более продолжительным сроком эксплуатации и увеличенным диаметром. Мы прокладываем трубы диаметром больше, чем они вообще сейчас есть. То есть сейчас асбестовые трубы там у нас 200 диаметра, а там, где они 200, мы прокладываем 225. Это у нас 225 идет центральная сеть, оттуда уже по улицам у нас идет 140 и 125. На данные трубы у нас 75 лет эксплуатации. Старые водопроводные сети, которым 60 лет, 56, 58, 60 лет, пришли в негодность. Из-за этого не хватает воды. Частые порывы происходят в станице. Из-за этого возникает недоразумение, недовольство людей. Максимально мы, как можем, ремонтируем, восстанавливаем. И все это ремонтируется, делается на благотворительной основе. Население Кордоникской составляет 7650 человек. Благодаря включению населенного пункта в государственную программу развития сельских территорий, проблема водоснабжения наконец будет решена, говорят местные власти. Из водопроводных сетей общей протяженностью порядка 82 километров в этом году планируют заменить 43. Строительно-монтажные работы проходят в южной части станицы. В них задействовано 3 экскаватора, 2 погрузчика и бригада из нескольких десятков человек. Рядом со станицей Кордоникской проходит групповой водопровод «Кордоник-Адыгехабль». 630-я труба. Оттуда будет нам подаваться чистая, прозрачная, соответствующая нормативам и ГОСТам вода. И это улучшит обеспечение и качество, и снимутся все проблемы, которые на сегодняшний день есть. Недовольство, некачественная вода, нехватка воды, порывы. Планируемый срок окончания строительно-монтажных работ – декабрь 2025 года. Али Баташев, Михак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.